Нужно прийти пораньше, проверить аппаратуру. Кстати, сколько у нас там аренда аппаратуры стоит с учетом скидки? Да. Так, спокойно, не паникуй. Ну, заболела, ничего страшного. Что она там поет? А снег идет? Ну, все, значит, я спою. По связи. У нас изменения в сценарии. Нужно посмотреть песню из старого репертуара. Там много чего есть. Я же и музыкалку заканчивала, и в конкурсах участвовала, номера помогала ставить. Эту песню, кстати, тоже можно обыграть. Послушай, классная, из кинофильма «Ах, водвиль, водвиль». Ах, этот вечер, лукавый маг, одетый вечно в лиловый фраг. Поправки в сценарий. Да, передай, пожалуйста. Ой, Стася, что это? А, это сертификат экскурсовода. Я же 2 сезона отработала в гротах Большого Каскада. Здорово, а ты не рассказывала. Правда? Ну вот, посмотри. Питер, Питер, ты столько знаешь, ты много видел, и все, что я хочу сказать тебе, я снова покупаю билет на поезд, чуть-чуть ревнуя и немного расстроившись, провожает меня до вокзала ночная Москва. А как ты туда попала? Я на курсы ходила по организации экскурсии, сама экскурсию потом написала. Еще в Русском музее при конференциях участвовала. Кстати, это была первая конференция в моей жизни. И тема была такая интересная. Сергей Дягилев – первый русский продюсер мирового уровня. Так, ну что-то мы заболтались. Знаешь, я подумала, неплохо было бы, если бы о нашей вечеринке в прессе написали. Сейчас позвоню ребятам из журналистики. Мы с ними учились вместе. Погоди, слушай, а ты же в 11 классе. Уже решила, куда поступать будешь? Да, в Институт кино и телевидения, на продюсера. А почему продюсер? Ну смотри, организаторские способности у меня есть. Творческие? Это понятно. Деньги считать умею по алгебре пятерка. Язык хорошо подвешен, с людьми все-таки работаю. И знаешь что? Кино хочу снимать. Хорошее, доброе, светлое. И так, чтобы многие поколения с удовольствием его пересматривали. Как советское кино. Вот ты сколько раз пересматривала Ивана Васильевича, «Жестокий романс», «Москва слезам не верит». Наверное, миллион. А знаешь, как мне хочется, чтобы мое кино также пересматривали? Мне бы только научиться. Вот для этого в Институт кино и телевидения и иду. Это теперь моя цель. А как говорится в моем любимом фильме «Чародеи»... Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.